Первый вопрос. Здравствуйте, доктор. Меня зовут Светлана Прудовская. Мне 53 года. Я из Нижнего Новгорода. Недавно я переболела ковидом, и после этого у меня стали болеть суставы. Колени, локти. Раньше я не испытывала никаких проблем с этим. Подскажите, пожалуйста, это проявляется так, постковидный синдром? Как избавиться от этой ломоты? Может, это само пройдет? И говорят, что ковид разрушает суставы. Подскажите, пожалуйста, спасибо большое.